Итак, шишковая огневка уничтожает семена пихт, елей. Вот перед нами вполне сформировавшаяся гусеница, которая пытается спрятаться. Сейчас мы ее достанем оттуда. Очень шустро специально подготовили для нее такое место, из которого она не убежит. Очень шустрая, очень. Так, 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 и прятаться. Наносит сильнейший вред в хозяйствах, которые зарабатывают сбором семян хвойных пород. Выедая семена с одной шишки, личинки вполне могут перебираться на другую шишку, на третью. Специально посадили ее такую стеклянную посудину, чтобы она не убежала. Очень шустрый, как вы видите, да? Ну, вот я вам сейчас покажу, что она делает, собственно говоря, с шишками. Ну, вот таким образом она ее потрошит. Все эти чешуйки теперь связаны такими ниточками, паутинками. Чуть тронешь, все разваливается. Вот. Зимует личинка в подстилке, в опавшей хвое, остатками шишек. Так, все, вылезло. Все, все-таки удирает. Даже по стеклу удирает. Смотрите, что делается. Ну все, вы получили представление о шишковой огневке.